спрошу, расскажи мне про деда, как он жил, как служил, как дошел до победы, как бабулю любил, подарил свое семя, но его возрастить уже не было время. Он ушел поутру, ну а может быть полночь, сколько было ему. Ты с трудом теперь вспомнишь, как бабуля его, провожая в дорогу с огорода землицы, положила немного. Вот уж 70 лет, как была почтальонша, а бабуля глядит, прикрываясь от солнца, и с понятной лишь ей материнской лаской. И тебя разглядев, скажет: Сашенька, здравствуй. Может, ты не похож, я ж не видел портрет, но скажу лишь одно: так спасибо вам, дед. А я батю спрошу, расскажи мне про деда, как он жил, как служил, как дошел до победы.